В Московской области накануне новогодних праздников около 1500 волонтеров задействованы в доставке елок пенсионерам. Пожилые люди 65+ выбирают и оплачивают на елочном базаре понравившиеся деревья, которые затем бесплатно упаковываются и доставляются. Одинцовские добровольцы решили не только доставку, но и сами елки сделать бесплатными. Необходимыми сведениями их обеспечили органы социальной защиты населения. Новогодние хвойники пожилым людям доставляли волонтеры Одинцовского молодежного центра. Необычный подарок всем пришелся по душе.